два человека и два мира. А разве не так происходит в нашей жизни? И эти два мира никогда не пребывают в мире между собой, как Иуда не мог находиться в мире с апостолами и с той женщиной, которая возлила драгоценное мира на Спасителя. Эти миры всегда находятся во вражде и в открытой войне. И особенно агрессивным является мир Иуды, мир стяжания, мир денег. Мир, в котором всякое благосостояние исключительно связывается с могуществом, в том числе основанным и на деньгах. И потому сегодняшний евангельский рассказ, который к нам с вами обращен, требует и от нас соответствующего ответа. А мы-то в каком мире хотим жить? В мире той женщины, которая отдала Спасителю и обрела, несомненно, святость бытия и в этом мире, и в мире грядущем? Или в том прагматическом, целеустремленном, направленном на обогащение мире Иуды? Вот этот вызов стоит пред всеми нами. И сколько бы ни было средств материальных у человека, он ведь ими может по-разному распоряжаться, в том числе либо в спасение себе, либо в погибель. Поэтому сегодняшний день, который предшествует дням воспоминания о страданиях и смерти Господа и Спасителя, не случайно посвящен этой теме, теме материальных ценностей и отношения к ним людей. Причем эти отношения людей к ценностям материальным совсем не связаны с уровнем благосостояния. Может быть, состоятельным человек и жертвенным, добрым, от сердца помогающим другим, и человек с ограниченными средствами, никогда не делящийся с другим ничем, в том числе и ссылаясь как бы на свою материальную недостаточность. Другими словами, нам сегодня предлагаются эти два пути. Путь, который ведет к общению с Богом, и который пролегает через совершение добра ближним своим, и другой путь, который никогда не приведет к Богу, и который заточен на исключительно собственное материальное благополучие. И мы знаем, как много людей сегодня избирают этот второй путь, не ведая, что это путь к погибели. Нам дается возможность соприкоснуться с божественной тайной, в которой содержится нечто очень важное для всей нашей жизни, для всего нашего спасения. И приоткрывая эту тайну, мы можем видеть, что ключ к Царствию Небесному в наших руках, когда мы способны отдавать от себя другим, когда мы способны жертвовать. И он никогда не будет в наших руках, если мы живем только для самих себя и создаем свое материальное благополучие преступным и греховным путем.